Итак, всем привет, с вами я, Inksir, и сегодня я вам покажу новую игру Doodle от компании Google. Вот тут про... не знаю, вот про что, давайте зайдем, посмотрим. Эй, привет, как дела? Привет, прямо из Нью-Йорка. Сегодня наш праздник посвящен одной из самых важных моментов фолл-брейку. Now, this is the cross. Это кроссфейдер, он смешивает ритмы. Тащите его вправо до упора. Хорошо. Теперь тащите влево до упора. Круто, у вас получается. Найдем новый трек. Нажмите на значок коробки с диском справа внизу. Хорошо. Ага, эти записи звучали в самом начале эпохи хип-хопа. Прокручивайте, чтобы выбирать диски в коробке. Так, хорошо. Нажимаете, чтобы выбрать этот трек. Хорошо, давайте пролистаем вот тут. Все вот, которые есть. Давайте вот так вот. Я вам покажу по одному. Пацан. Китс. Так, какие тетеньки. И вот это. Ну, давайте вон того пацана, который вот это вот. Давай, китс. Так, выберите левую карту, ой, вертушку, чтобы поставить диск. Так, хорошо. Отлично, вы достигли первой цели. Так, держать. Нажмите здесь, чтобы продолжить. Хорошо. Так, посмотрите другие цели с помощью стрелок. Обучение завершено. Закройте окно этой кнопки и давайте делать музыку. Поехали. Well done, nice. Отличная работа. Ничего. Просто у меня получается что-то. Ну, давайте так. Может, давайте все-таки другую выберем. Сейчас как там их листать тут. Так, давайте вот эту. Слышите, ритм отбивается. Получилось. Да что вот это такое было? А, ну, не важно, как это выйти. А, это все. Все, как выйти. Все, крестик. Да ничего здесь такое. Мать хип-хопа. Сильвия Робинсон. Основатель, директор Sugar Hill Recording, Сильвия Робинсон была продюсером некоторых ранних коммерческих хитов хип-хопа, включая Rappers Delight в исполнении Sugar Hill Gang и The Message в исполнении Grandmaster Flash and The Grease 5. Ага, еще тут какой-то есть, можете прочитать, поставить на паузу. Используя скретч
перетаскивать апельсиновые вертушки назад. А, ну тут их вон, их тут всего 10. Понятно. Вот это вот здесь вот еще убирать. Тут еще сверху вот на зоне есть. Вот я вам показал такой вот обзор нового Додо. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также на канал моих друзей. Всем до свидания, всем пока.